Скандалом завершился матч между барнаульским «Динамо» и дублем Новосибирской «Сибири». В перерыве болельщики обрушились с критикой на главного тренера «Сине-белых» Сергея Шишкина. Их, по всей видимости, не устроило качество самой игры и результат. Улетай, Шишкин, улетай! Улетай, Шишкин! Давай посмотрим, а! В ответ рулевой попытался что-то ответить трибунам, но его слова утонули в общем гуле. Похоже, контакт Шишкин потерял не только с болельщиками. Команда еще задолго до начала второго тайма покинула раздевалку. Такое можно увидеть нечасто. Хотя в это время игроки должны были слушать наставления главного тренера, как действовать во второй части встречи. В итоге все закончилось очередным уже пятым для динамовцев поражением в сезоне. Ребята из дубля Новосибирской «Сибири» победили со счетом 3-2 и заработали законные 3 очка. Впрочем, сам Сергей Шишкин, похоже, уже готов покинуть свой пост. Наверное, правые болельщики, скорее всего, наверное, мне надо собрать вещи и ехать домой. Раз у меня с этой новой командой ничего не клеится, ну, наверное, встречусь с президентом, приедет он, переговорю с ним, какое он примет решение, так и будет.